Добрый день, я вам сегодня скажу, какие недооцененные бравлеры в Бравл Старсе. На третьем месте наша любимая пчелочка. Абсолютно нигде не вижу в картах Малыша. Вот. Наверное, я просто недооцениваю ее скорости. Эдгар. Мне кажется, я его не беру, потому что он всегда крысит. И на первом месте Амбер. И Полушка. И Калет. Расскажу самый имбовый браузер. Новички. Самый лучший браузер это Эль Приор. Если у вас есть. И Шелька. Но если она вас не прокачает с этого раунда. Старичкам. В общем, вам мало рангов и крутых бойцов. Например, у меня сегодня рангов мистер Пи. Мистер Пи. Я подскажу все факты Brawl Stars появился 22 июля. 22 июля 2017 году. Мне было 3 года. Богатая. 3 года. Там еще Fortnite ушел. Quagley. This is Among Us. With Among Us, Quagley. Не без... Вот. Значит, есть мой другой аккаунт. Boyfriend Roll. Браус. Если у вас вы знаете, подключить Суперселл, не открывайте ящики Брау Пасси, пока вы не заберете волшебника Барби. Вот вам полезный совет. Также за бравлер, который не умеет играть. Пайпер. Он просто не умеет играть за нее, потому что дальник, она типа дальник. Не умеет играть особо за Динамайка. Я вот ненавижу это, я сам не умею играть. Это, кстати, Динамайк 2017 года. 2017. Ладно, давайте, что вам болтает? Давайте, блядь, скажи им подписаться. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новый, и на колокольчик нажимайте. Ничего. Всем привет, ребят. Да, с вами Кисси Мисси. Кисси Мисси. Я новый, так что меня вот почему нет, меня мало зовут на ролике. Ты ж фанфашки. Ой! Ну только чуть мешайте убийцы. Да! Ну да. Ходи. Доброе утро. Ходи только проснулся. Че? Я буду. Так. Вот так, сейчас мы будем. Так, блин. Зато кисельница. Я тебе ее просто подарю. Ну я буду за ним играть, потому что... На меня напнулся мистер Пи. Да, ну мистер Пи есть. Time to shoot and loot.
Чебурек. 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 А мой. Так. Ты хорошо реально играешь. Ну да, я спасибо. Так. Кстати, вот скоро моя внука, через 15 дней. Так что давайте подписывайтесь. И у меня будет 10 видосиков или может 15. Я стараюсь, и вот день будет, так что я расскажу, где я пойду. Ладно, нет, ну, я же как днюха прошла. Кстати, вот не знаю, вот я когда смотрю прохождение Человека-паука. Все подписчики. Ну, конечно, тебе же маска Человека-паука, значит, ты фанат Человека-паука. Ну, кстати, подпишитесь на канал, ну реально, ну что я стараюсь здесь. А вы мне что дарите? Ничего. Вот представьте, сколько мне надо подписчиков, чтобы на день рождения было 30 или 40 или 50. Вот когда мы и поговорим. Если не наберется, я правильно буду проводить, типа там один видос будет в день, а вот потом вот у меня будет целых месяцев. Ладно, мне очень надо, я все равно. Так, скажу от первого слова. Так. Я сначала видео простала, поиски на большой ящик. Смотрите старые видео. То, что мальчика не пишем. Так, забыл про лайк. Так, лайк. Кстати, кто больше нравится из мишки Фредди? Мне вот кажется, что больше нравится Сандо или Рокси. Я вот теперь не терпеть не могу Рокси. Или Монти кому-то нравится, или Монти. Или Фредди, или Грегори. Давайте, помните хорошую концовку? Вот хорошая концовка, потому что теперь, скорее всего, сюжет, ну там Геванессом стал и Морозника. На самом деле, Рашка, ну там, добавляет ее спринг Брентрап. Брентрап проблем. Так, а где чувак? Вот. Брентрап. А потом, кстати, я думаю, после этой концовки, когда они поили мороженое, стала Ванесса мамой Грегори. Ну, мы открыли большой ящик. Я, кстати, на руках. Так. Блин, нет. Ладно, давайте посмотрим видюшечки. Ну, а чё, мне не очень хочется. Кстати, уже всё. Не-не-не, не в том смысле кончено. Мы часто откладываем новое на потом. Но благодаря сертифицированным автомобилям с пробегом Lexus Select вы будете готовы к новым историям уже сегодня. Постгарантийная поддержка до 7 лет и круглосуточная помощь на дороге – это лучшая инвестиция в ваше будущее. Нет. Добро пожаловать на маркет Теле 2.
Здесь абоненты продают и покупают минуты и гигабайты интернета. Теперь каждый купленный гигабайт ждет удвоения. А цена остается без изменений. Вы покупаете, что? Мы удваиваем. Чувак, вот это очевидно. Идея. Это была офигенная серия. Поддерживайте лайками, господи, комментарии, человеку плохо. Воды, воды, наступитесь. Ему нужна вода срочно. Мы что, уже покатались? Ага, давай еще разок. Прошлой серии мы совершили невозможное, посадили мистера негатива Джумаку Ли за решетку. Сегодня, да, мне, кстати, достался новый костюм. Всем привет, это меня зовут Влада 4, Сюрюкалико, и сегодня мы будем снимать, кто последний уснет чел. Слушайте, вчера мы снимали.